Всем привет! Сегодня у нас сравнение самых пока еще навороченных ТВС-наушников на начало 2021 года. Это Galaxy Buds Pro и AirPods Pro. Сегодня поговорим про фишки, про отличия, про дизайн, про удобство, про звук и, конечно же, про цену. Погнали! Начнем, конечно же, мы с цены, потому что это главная особенность при выборе любых наушников. Люди сначала ориентируются на цену, а потом думают, стоит ли платить такие деньги или не стоит платить такие деньги. Если зайти на e-каталог и посмотреть на официальные цены этих наушников, то в самых минимальных вариациях цены разница между ними целых $50. Изначально AirPods Pro были $250, это официальная цена, но у нас она доходила и до $400, а Galaxy Buds Pro прямо на старте продаж 5500 гривен, либо же $195, в рублях сами видите, сколько это стоит, то есть по цене сразу же в выигрыше идут самсунговские наушники, но давайте сейчас поговорим про удобство использования, про фишки, про дизайн, про то, как они в принципе выглядят и сидят в ушах. Итак, Galaxy Buds Pro — это классический ТВС. AirPods Pro — это уже знаменитый дизайн с вот этой вот торчащей палкой. Кстати, по слухам, в 2021 году Apple должны обновить Pro-версию своих наушников и избавиться от вот этого конуса, то есть они придут к чему-то похожему. Да, по внешнему виду, по тому, как наушники сидят в ухе, Galaxy Buds Pro выглядят выигрышней, аккуратней и красивее. AirPods узнаваемый. Все-таки это, знаете, как такой бренд уже, отличительная фишка, если видишь человека в белых наушниках, даже не от компании Apple, тебе кажется, что это какие-то AirPods. Если говорить про удобство ношения, то здесь, конечно же, все очень сильно индивидуально. В моем случае AirPods Pro удобнее сидят в ухе, чем Galaxy Buds Pro, но это, опять же, очень индивидуальная вещь, когда вы примеряете наушники, только так вы сможете сделать сами как бы какой-то вердикт. Возможно, это обусловлено тем, что как раз вот эта дужка является каким-никаким, но рычагом. Когда ты надеваешь наушники, она все-таки соприкасается с ухом, как бы поддерживая наушник. Здесь ты целиком и полностью понимаешь, что габариты наушника как бы залазят тебе в ухо и держатся вот эти 5 граммов на вот этой вот амбушюре. Кстати, по поводу амбушюр, они тоже очень сильно отличаются методом крепления. Здесь обычное стандартное крепление у AirPods Pro, вот это фирменная клипса. То есть обычные амбушюры ты сюда не поставишь. Нужно заказывать либо оригинал, либо же реплику, которая стоит тоже недешево. Конструктивное отличие еще и во влагозащите: у AirPods Pro стандарт IPX4, у Galaxy Buds Pro это IPX7. Но в обоих случаях это защита, скажем так, от брызг, от пота, ну, в крайнем случае от какого-то проливного дождя, если вы случайно на пробежке попали под дождь. В принципе, они выживут. Сказать, что есть какое-то сильное преимущество в такой влагозащите, ну, я бы так не сказал. Конечно же, плавать в них нельзя, под душем стоять тоже не нужно. Если эти наушники случайно попадут вместе с одеждой в стиральную машину, с большой долей вероятности и эта версия смогут выжить, потому что я сам прекрасно помню, сколько раз я случайно стирал различные наушники вместе с одеждой, и они после этого еще очень долго работали. Но, конечно же, этого не стоит повторять. И теперь самое интересное – это звучание наушников. Здесь очень много зависит от платформы, на которой вы слушаете звук, от приложений и от поддерживаемых кодеков. Что случилось с наушниками компании Samsung у меня на практике? Эти наушники поддерживают кодек, стандартный кодек, который есть у всех наушников CBS. Также они поддерживают кодек AAC и проприетарный кодек компании Samsung Scalable. Я так и не нашел ни единого примера, в каком варианте можно было бы задействовать родной кодек компании Samsung. Видимо, для этого нужны какие-то специальные сервисы, которые адаптированы именно под наушники Samsung. И даже если ты переключаешь режимы кодеков в настройках разработчиков, это никак вообще не влияет на звучание. По стандарту они работают с кодеком CBS. Apple AirPods Pro тоже поддерживают CBS и тоже поддерживают кодек AAC, но здесь есть очень сильное отличие, потому что кодек AAC это вроде бы стандарт, в принципе в отрасли он работает по протоколу A2DP, как и все 14 других существующих кодеков, но дело все в том, что кодек AAC у Apple отличается от кодека AAC у Android смартфонов, они даже называются по-разному, я напишу название, как эти кодеки называются, все дело в декодерах. И в случае с устройствами компании Apple этот кодек отрабатывает немножечко лучше, хотя не является собственностью компании Apple. И получается следующая вещь. Подключая Galaxy Buds Pro
к смартфону Galaxy S21 Ultra, ты получаешь один звук. Подключая эти же наушники к iPhone, ты получаешь более лучшее звучание. Как так произошло, абсолютно непонятно. Максимальный запас громкости выше, хотя на Galaxy S21 Ultra я поставил все возможные ограничения, поубирал. Все равно это не помогло. Да, на iOS у тебя не будет тех фишек, которые есть у Galaxy Buds Pro, которые поддерживаются при помощи фирменного приложения на Android. Но факт остается фактом. Переключение различных кодеков, пробы различных аудиоформатов тоже не помогли. И это очень и очень странно. В целом, ну, даже на Galaxy S21 Ultra у них очень классный и качественный звук. Глубокое звучание, хорошие басы, хорошая середина. Если вам не с чем сравнить, вас устроит звук Galaxy Buds Pro вполне, но когда вы начнете подключать их к разным источникам звука, то окажется, что существуют источники звука от других производителей, которые работают немножечко лучше, чем с родным источником звука. Хотелось бы, чтобы было иначе. А теперь про удобство управления. У AirPods Pro управление происходит при помощи вот этой панельки, которую нужно физически нажимать. Она отщелкивает. Galaxy Buds Pro — это классическое управление при помощи тапов. И этот вариант гораздо удобнее. К тому же в самом приложении Galaxy Wearable ты можешь настроить управление как тебе угодно. Можешь даже настроить увеличение и уменьшение громкости. Зажимаешь левый наушник — громкость уменьшается. Нажимаешь правый — она увеличивается. И это реально удобно. Помимо этого, у Galaxy Buds Pro есть несколько интеллектуальных режимов. К примеру, когда ты включаешь режим шумоподавления, ты можешь включить еще определение голоса. То есть, если кто-то рядом разговаривает, либо ты начинаешь сам воспроизводить какие-то слова, у тебя автоматически отключается шумодав и включается режим прозрачности. То есть, интеллектуальная штука, которая слышит голоса, анализирует и включает-выключает шумодав, чтобы ты мог спокойно пообщаться с кем-то. Это удобно. У AirPods Pro как минимум такого нет. Просто есть шумодав и все. Также у Galaxy Buds Pro есть возможность настроить шумодав, то есть его интенсивность. Лично мне это сильно не понадобилось, я всегда ставлю ее на максимум, ведь шумодав для этого и сделан, чтобы давить шум, и пусть себе как бы и давит. И справляется он с этим неплохо, так же неплохо, как и справляется AirPods Pro. В принципе, здесь все на равных. У Galaxy Buds Pro имеется еще специальный игровой режим, чтобы уменьшить задержку во время воспроизведения какого-то игрового контента. Многие знают, что у ТВС наушников на Android есть такая проблема. Когда ты играешь в игры, либо смотришь какой-то видос на YouTube, может быть некое отставание. Этот вопрос решили специальным игровым режимом, но у AirPods Pro, к примеру, такой проблемы изначально не было. То есть все игры, которые ты играешь на iPhone, либо же смотришь видосы на YouTube, воспроизводятся без задержки. То есть здесь, в принципе, паритет. А теперь о новомодных фишках. У обоих наушников поддерживается функция аудио 360. У AirPods Pro это появилось немножко раньше, с приходом прошивки и новой iOS. У Galaxy Buds Pro сразу же на моменте появления наушников в продаже. По факту, я не смог ни там нормально задействовать эту функцию, потому что для этого нужен специальный контент. Допустим, в рамках экосистемы Apple такой контент ты можешь найти в приложении Apple TV+. Некоторые фильмы и сериалы выходят с поддержкой такого пространственного аудио, которое создает эффект звуков вокруг тебя на 360 градусов. В случае с Galaxy Buds Pro сейчас непонятно, где искать этот контент. Да, есть специальное приложение Deezer, и это отдельное приложение, не в рамках общего сервиса музыкального стриминга. Называется оно 360 Deezer, и там есть специальный контент. Там это работает. Сказать, что в музыке это слишком нужно, не могу так сказать. Скорее, это будет полезно для какого-то контента мультимедийного типа видосов, сериалов и кино. Сейчас неизвестно, где брать такие источники. Netflix недавно заявил, что скоро на iOS появится поддержка видосов с аудио 360, и все владельцы AirPods Pro смогут насладиться этим звуком. Ну, то есть, как бы поддержка есть, но до нормальной реализации, до большого количества контента нам еще очень далеко. Поэтому ориентироваться именно на эту функцию при покупке наушников я бы точно не стал. Сейчас мы тестируем микрофоны наушников, и вы слышите мою речь, записанную в комнатных условиях на наушники Galaxy Buds Pro. Я, конечно, чудес не ожидаю от такого форм-фактора, но тем не менее, давайте сравним.
А вот так записывают звук наушники AirPods Pro. Слушайте, сравнивайте. Не знаю, что получится. Сейчас пишу вслепую, а там мы уже будем смотреть, и в комментариях вы напишите свой вердикт. Время автономной работы при использовании шумодава и максимальной громкости в обоих случаях получаются плюс-минус одинаковые результаты. 4-4,5 часа работы. Но как только мы отключаем шумодав, результат уже начинает сильно отличаться, потому что Galaxy Buds Pro без шумодава способны проработать, ну, максимум до 8 часов, у меня получалось 7 часов, а в случае с AirPods Pro максимум 5 часов. И эти наушники было довольно-таки легко сравнивать, потому что в обоих случаях вердикт очевиден. Если у вас iPhone, то, конечно же, вы купите себе AirPods Pro. Если у вас Samsung, то, скорее всего, вы возьмете себе Galaxy Buds Pro. Но вот стоит ли как-то комбинировать эти системы? Знаете, есть много в интернете запросов, а как использовать AirPods с Android смартфоном, а стоит ли использовать наушники Samsung с другими Android смартфонами. Здесь все предельно просто. Какие бы наушники в каких режимах не были выигрышней, все равно выбор останется очевидным. Если у вас смартфон Galaxy, и вы хотите, чтобы у вас все классно и бесшовно работало, конечно же, вы купите себе Galaxy Buds Pro, потому что здесь и появился режим бесшовного соединения между разными самсунговскими устройствами. И, в принципе, на будущее, в следующие прошивки, поддержка кондека их родного, она будет 100%. И то же самое можно сказать и про наушники Apple. То есть сегодня мы сравнивали именно две разные экосистемы. Это не тот случай, когда можно сказать: нет, срочно бросайте свои AirPods и купите себе для iPhone Galaxy Buds Pro, или наоборот. В принципе, в комментариях можете описать, что вы думаете по этому всему поводу. Может быть, у вас есть какой-то опыт использования уже и тех, и других моделей. И, в принципе, проголосуйте за понравившийся бренд. Всем пока!